Организовать прием граждан, получивших квитанции за вывоз мусора с неверными данными. Такое поручение дал Владислав Пинаев на аппаратном совещании в мэрии. Очень серьезный вопрос – это у нас квитанции по оплате твердых коммунальных отходов. СРБ полный, Андрей Евгеньевич. Вопрос ваш в рамках рабочей группы. Разъяснять надо, вместе с Рифеем отработать тот сбой, который произошел в системе. Почему? Потому что вообще это беспрецедентный факт. Это просто, это не по адресам пришли квитанции. Квитанции не на то имя. Квитанции на людей, которых нет. Это двойные квитанции, начисления два раза. Контролировать подготовку приемов граждан будут первый вице-мэр Вячеслав Горячкин и руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда. Предполагается, что на вопросы недовольных мусорной реформой тагильчан будет отвечать представитель регионального оператора по обращению с ТКО компании «Рифей».